Почти 20 тысяч рублей за скользкий кафель. Амич требует с управляющей компанией компенсацию за травму, которую он получил, поскользнувшись и упав в подъезде. Кафельный пол помыли, и из-за минусовых температур он обледенел. В результате падения молодой человек повредил плечо и шейный отдел позвоночника. В суде от управляющей компании мужчина требует 18 тысяч рублей, 8 тысяч за утраченную во время лечения зарплату и 10 в качестве моральной компенсации. Коммунальщики свою вину отрицают, говорят, уборки в тот день не было, а техничка, которую якобы видел Амич, у них уже давно не работает. Очередное заседание суда назначено на 10 марта. Мы оплачиваем за содержание жилья ежемесячно по 1000 рублей, а несчастный коврик там за 100 рублей никто положить не может, чтобы никто не ушибся и не разбился. Мы ждем положительного результата в том, что они одобрят иск в нашу сторону, в нашу пользу. Здесь дело даже не в деньгах, там сумму мы небольшую представили.